Песня улучшает настроение, а иногда даже погружает в атмосферу легкой эйфории. Но мало кто знает весь путь ее разработки. Артемий пишет музыку уже 15 лет. Еще в подростковом возрасте с друзьями собирались на коленке, придумывали биты и тексты. Со временем создание хитов стало смыслом жизни артиста. Вот самая проблема, вот все говорят, типа, нет вдохновения. Это вот эта проблема, когда ты не знаешь, какое направление двигаться. Когда не щелкает. Но и отсутствие вдохновения – дело поправимое, если продолжать творить. Даже когда кажется, что все зря и продукт получится нелепым. Ты, бывает, делаешь трек, и он тебе, ну, не очень заходит. А, например, для другой целевой аудитории, на которую ты вообще не ориентировался, когда писал, он как раз то, что нужно. Я, например, в какой-то идее могу разглядеть что-то и начать это оттуда выковыривать. Может быть, там этого рояля вообще никогда не будет. Может быть, артист будет другой, но что-то в этой штуке зацепит. А если муза пришла, нужно сразу приступать к созданию шедевра. Подбираем темп, ритм и инструменты. В нашем случае это бас-гитара. Большие промежутки между ударами малого барабана, они будут такие как размеренные. При этом бас и пэт, они будут вести такой очень подвижный. Ну, вот как попробовать. Ну, и с хай-хэтом, типа, быстро. Просто хочу попробовать, чтобы, типа, было на контрасте. Главными составляющими разобрались. Можно приступить к написанию трека. И тут самое важное – чувство ритма и умение импровизировать. Следующий этап – текст, который добавит содержание и чувственности, но бывает и наоборот. Сначала пишутся стихи, а потом музыка. Давай поменяем ее. Сейчас идет очень сложный процесс написания текста, определяется настроение и смысл будущей композиции. И очень важно, чтобы между словами и музыкой произошло взаимодействие. Так, предлагаю, солнце греет ярче, чем всегда. Да, давай так и сделаем. А вот здесь? Лучами растопило злые холода. Вообще шикардос. Далее, запись вокала в специальной комнате, полностью изолированной от внешних шумов. Финальная стадия – сведение и мастеринг. Смотрим, что получилось. Заваривай чай или кофе, делай утренний фреш. Наваливай громкость побольше, будешь с нами бодр, весел, позитивный и свеж. Александр Кононов, Алексей Семенов. Утро нового дня.